Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео о монтажной клей-пене Knauf. Был на днях на обучении от Knauf, и мне подарили вот такой клей монтажный. Как раз сейчас буду клеить пенополистирол на откосы в качестве утепления и немножко протестирую. Еще в нагрузку и подарили очиститель к нам, тоже его попробую. И сейчас что сделаю? Для начала я просто нанесу вот на пенополистирол, на деревяшку и на кусок плитки эту пену. Вот приклею ее сюда на откос и оставлю ее сохнуть до утра. Утром посмотрим, как она будет отрываться. Поехали! Ну, начинаем тест. Взял пенополистирольку, деревяшку и обыкновенную керамическую плитку. Сейчас будем наносить пену. Пистолет использую обыкновенный. Недорогой. Цвет чуть-чуть другой, видать, плохо сболтал. Сначала был белый, сейчас пошел синий. Преимущество этой пены, какое к ней еще идет адаптер. Если нету профессионального пистолета, то можно воспользоваться адаптерами. Ну, болтаю еще раз. Наношу теперь на деревяшку. И просто для интереса, конечно, вроде как на баллоне не написано, что керамическую плитку, но так посмотреть, будет ли держать. И написано, надо выдерживать 3 минуты. У меня есть часы, песочные часы, ставлю их и засекаем 3 минуты. Ну все, 3 минуты прошло. Начинаю ее фиксировать, прилеплять. Давай вот сюда. Все, прилепил. Теперь берем деревяшку. Берем плитку. Все. Зафиксировал то, что у меня было под рукой на объедке. И на следующий день посмотрим ее на отрыв, как она будет себя вести. Прошел день. На выходных я его приклеил. Сейчас посмотрим, как на отрыв будет. Начинаем с пенополистирола. Но со всей силы тяну, не могу. Отодрал. Ну, чуть-чуть, видать, не прогрунтовано. Ну, я немного грунтовал с пылью. Ну, достаточно так держит нормально. Делаем деревяшку. Не могу руками отрывать. Нет, отрываю. Оп. Тоже поклею. Ну так вроде тоже нормально. И клей остался на деревяшке и на стене. Но приклеился хорошо. Чуть руки не оторвал. Ну посмотрим, как плитка. Руками, наверное, я ее не цепану. Попробую зубилом.
Ну, чувствуется приклеено. Чувствуется приклеено. Ну, в принципе, пена здесь и пена на самой стенке. Ну, нормально держится. Ну-ка вот сюда, Сань, поближе. Поковыряем, попробуем. Вот здесь я начинал первый баллон втыкать. Первая белая вышла, она должна синим цветом. Само основание еще шершавое. Ну, к основанию приклеивается, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Если его грунтануть на раза два, то, я думаю, будет держать хорошо. Сейчас буду вот, откосы я уже начал клеить. В принципе, нормальная. И она сильно расширения не дает. Все моменты потом и боковые откосы я буду делать тоже этой же пеной. Клей пеном. Потому что основная пена, она расширяется, выдавливает. Клей пена, она держится как бы хорошо. Нету у нее такого расширения. И пропенивать тоже буду ей. Ну, вот такой тест. Вот такой тест, друзья. Вот видите она, где плитка. Приклеивается, в принципе, хорошо. Ну, не сказать, что взял, просто руками оторвал. Но нужно усилие большое. Всем пока. Кому понравилось видео, поставьте палец вверх, лайк. Все. До свидания.